Томская область попала в число лидеров по подготовке к зиме. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень. Так, в столице и Тамбовской области подготовка жилого фонда практически завершена. А в Томской и Пензенской областях подготовлены электрические сети, отметил министр. А вот в ряде регионов зафиксированы серьезные отставания от средних темпов подготовки к предстоящей зиме. Поэтому в ближайший месяц Минстрой проведет дополнительную проверку отстающих территорий. Напомню, в 2015 году на подготовку к зиме в Томской области потратят больше 1,5 миллиарда рублей, из которых 960 миллионов на приобретение топлива. В первом полугодии